Всем привет! С вами канал Аленушкин Хутор. Сегодня мы делаем тушенку в автоклаве. В каждую банку по 3 горошинки перца, по 1 лавровому листику, банки у нас винтовые и мяско с салком ложим до вот плечиков, вот сюда вот. Пробуем первый раз, поэтому вы пробуете первый раз вместе с нами это сделать. Посмотрим, что у нас вообще получится. Вот, вот так, не полную банку. Ложим в перемешку. Тут не перемешивали, там снизу больше мяса. Поэтому в перемешку ложим салка с мяском. И сверху потом еще по пол чайной ложечки соли на пол-литровую банку. Будет домашняя тушеночка. Это из домашней свининки. Это мы сегодня закололи свинку и вот решили сделать тушенку. Крышки мы в воду в кипяток положили, чтобы немножечко не разогрели, чтобы хорошо можно было потом закрыть. Закрываем плотно. Вот, закрыли и ставим в автоклав. Вот это мы поставили здесь уже 2 ряда. Вот там снизу первый ряд, это второй ряд. И сейчас ставим третий ряд. Автоклав у нас на 25 литров или на 21 пол-литровую баночку. Еще здесь раз, два, еще 3 баночки надо наверх. Вот поставили последний ряд, эти банки получились чуть больше, такие, как это объяснить, сами банки пол-литровые, но они какие-то такие пухнатые, поэтому в этот ряд всего лишь у нас влезло последние 5 банок, а так везде влазило 7 банок обыкновенных стандартных пол-литровых. Закрываем крышку. Закручиваем такие специальные зажимы на резьбе. Уже минут 20 стоит у нас автоклав и набрал вот 48,5 градусов. А давление, вверх тормашками, конечно, показываю, но пока что только вот начало отрываться от нуля. Наблюдаем дальше. Вот наш автоклав набрал температуру 100 градусов и давление 1,5. И начало сходить, получается, давление. Стравливать начал давление. Вот этот спускной клапан. Здесь написано 1,5. Вот. Вот температура 102 градуса. И давление. Ну, вверх тормашками показываю. Ну вот, 1,5. Нигде не течет, нигде ничего плохого не происходит. Поэтому все работает. Прошло 20 минут с того момента, когда температура дошла до 120 градусов. 20 минут приготовления уже прошло. И
температура 124 градуса. Вот она прыгает. 124,1, 124. Давление так и стоит на 1,6. Пар продолжает сходить. Но вот эта вот трубочка, она вот, видите, слетает. Приходится ее держать, потому что здесь пар. Ой, я испугалась, если честно. Вот, небольшая доработка здесь нужна, потому что слетает вот этот шланг. Пар выходит не через трубочку, а просто через вот этот вот носик. Поэтому нужен хомутик. А так все работает, все хорошо. Потом откроем тушеночку, вам покажем. Прошло ровно 30 минут. Температура дошла до 125 градусов. И мы выключили уже. И вот температура начинает опускаться. Еще кипит. Еще слышно, как кипит. Но уже начинает снижаться температура. И здесь перестает уже бурлить потихоньку. Первое приготовление тушенки в автоклаве прошло успешно. Вот такая вот получилась у нас тушеночка. Но надо докладывать больше. Не по плечике, а вот чуть больше плечиков, и трамбовать, наверное, банку надо, потому что, вот видите, неполная банка получилась. Ну, это наш первый опыт, а так открыли баночку тушенки. Тушенка вкусная, разваристая, мягкая, сочная. Вот такая вот красивая тушеночка получилась. Открыли баночку на пробу. Очень вкусная, очень ароматная, с жирком, с соком таким вот пустила. Лаврушечка. Очень вкусная. Мягенькая, развалистая.